Всем привет! У нас очередной процесс потоковой практики, энергопрактика, ченнелинг. Я сразу начну, и уже будет все понятно, о чем сегодня поработаем. Для тех, кто, может, меня видит в первый раз или не очень близко знает, я такие процессы провожу регулярно. Я работаю с энергией, провожу большую энергетическую работу в группе и индивидуально. И в последнее время это какие-то очень мощные истории, потому что, ну, все меняется, да, и для людей сейчас, для многих время непростое, потому что кто-то меняет работу, кто-то уходит от партнера, от отца детей, например, или там расстаются люди по разным, как бы, соединениям. И из-за этого тоже, конечно, состояние, ну вот с кем общаюсь, оно не очень гармоничное. А также само по себе время, да, такое ускоренное, что тело физическое у некоторых людей тоже, что называется, не вывозит эту скорость и энергию, которая сейчас так вот прямым текстом шарашит, бывает, на землю. Вот, поэтому очень здорово, что мы с вами соединяемся, собираемся и имеем возможность проводить эти энергии, друг с другом работать. Я, ну, не устану повторять, что это очень важно иметь в уме, вообще, когда занимаешься работой с собой, что мы не только индивидуально работаем над собой, да, вы не только поработать над своим состоянием, над своим уровнем энергии, а в целом над всем миром, потому что все мы очень связаны, и когда вы занимаетесь ростом, когда вы занимаетесь тем, что становитесь счастливее, здоровее, вы этим самым усиливаете большое количество людей, и у кого-то тоже появляются силы на рост, у кого-то тоже появляются силы начать жить свою жизнь. Вот, поэтому я вас благодарю, и это очень классно, что мы собрались и полетели. Вот как раз Алена подключилась, и нас семеро. Син-цен-цен-цен-цен, всех приветствуем в полях Асцея, цивилизация 11-й плотности. Через нашего проводника, через Дарью, будем сейчас подавать поток и проведем энергопрактику. И напомним вам о том, что важно вообще на каждый процесс, на который вы приходите, важно приходить. Хорошо бы, да, приходить со своим запросом. Можно, конечно, в таком режиме исследователя, а что произойдет, да, а можно, понимая, что здесь все-таки происходит глубокая работа, и когда вы имеете четкую конкретику, то именно с этой конкретикой будет производиться работа. Если вам что-то важно и нужно, то просто сейчас об этом как бы задумайтесь, почувствуйте, что в своей жизни вы хотели бы видоизменить, улучшить, усилить, трансформировать. И на эту задачу, да, куда внимание, туда энергия, куда ваша мысль пошла, туда и пойдет энергия. Или она может просто с вашим полем поработать. И как вот сейчас тоже сказала Алена, энергетический скраб произвести, да. Можно сходить и сделать энергетический скраб, а можно сделать реально работу, потому что тот же самый тета-хиллинг метод, который я использую еще вместе, да, с ченнелингом, это называется как хирургия с подсознанием. То есть в моменте можно перестать чего-то бояться, в моменте можно исцелить ситуацию, и совершенно уже потом по-другому событийные ряды складываются в жизни. Поэтому как бы, сделайте вдох, выдох, сонастройтесь с собой, почувствуйте свое тело и спросите себя, а что для вас сейчас важно. Может, где-то у вас есть тяжелые эмоции, и вам нужна здесь работа. Может быть, вы чувствуете, что вы хотите выйти в новое, на новый уровень, но как будто бы это совсем другое пространство, и вы не знаете, как туда попасть, например. У каждого это своя история,
внутреннее, тот момент жизни, на котором мы сейчас все соединились, и тот этап вашего пути, где вы сейчас находитесь, и какая у вас сейчас перед вами задача. Это хорошо, что вы здесь и можете вообще об этом задуматься, да? Не каждый человек задумывается об этом. Это то, что на что нужно направлять каждый день свою мысль, вообще, когда ты просыпаешься, да, почувствовать себя, как течет моя энергия, что мне сегодня важно, вообще, кто я, куда я иду, чего я хочу, в чем мне нужна помощь, да. И этими вопросами, этими действиями и практиками, которые как такая, как сегодня, вы и будете идти в своем понимании, куда вы хотите. Асина, райса, энте. Сейчас я возьму еще глоточек, тоже попейте воды, кто не увлажнен. Я купила себе недавно этот эликсир сибирский, сибирской пихты с чагой. И это очень вкусно, и такое состояние дает бодрое. Вот. Ай. И почти не расстаюсь сейчас каждый день с эфирным маслом ладана. Помогает вообще снять с себя все. Я и так сейчас была, чуть-чуть расскажу, да, такие вещи тоже важно понимать, потому что тем более, да, у меня, ну, скажем, аудитория, люди, которые с другими людьми работают, таких много, целители, проводники, просто вот фотограф, тоже целитель, да, здесь. Работая с другими людьми, важно, естественно, свой уровень энергетический постоянно поддерживать, усиливать, и быть вообще способной, или способным делать эту работу. И я регулярно хожу на массаж. Если вы в Алмате, и вам нужны контакты самых лучших мест, где повысить уровень энергии, я могу поделиться. И сейчас была на массаже, который прошибает полностью, может, знаете, биоэнергомассаж, где такое колебание идет, такая вибрация заряда тока по телу проносится, там типа миллион колебаний в секунду, какие-то такие цифры, то есть слетает все, что не клетка, да, слетает все, что не ты, получается, там. И после такого массажа действительно очень круто воспринимается все, каждый вдох выходишь на улицу, то есть тебя полностью очистили. То, что мы сейчас с вами будем делать, это энергоработа. Это в какой-то степени то же самое, но, естественно, когда подключить это все к розетке, как вот этот массаж, который у меня сейчас был, это очень мощно по телу. Вот, и у меня сейчас такое проработанное, скажем, мощное состояние, и плюс еще вот, ну, поддержка растений, да, поддержка природы, она еще больше заходит. И ладан прям я сейчас вот, ну, ощутила как будто, да, что-то новое поле, как будто уже все произошло, все, что мы с вами сейчас будем делать. Арсинь, цены, об этом важно говорить, действительно, потому что многие люди забывают, что, ну, о себе, да, в какой-то, ну, что называется, гонки, погони за планом, за целями, за тем, как ты себе до этого выстроил вот эти вот гипотезы будущего, да, и еще больше в напряжение может выводить, когда оно не соответствует, когда вот момент здесь, который есть, он не такой, как представлялось, например, пару месяцев или год назад, каким этот будет момент. И вот есть эта гипотеза будущего, вот с этим сейчас в первую очередь поработаем. Наши собственные, получается, гипотезы будущего, они нам же, ну, как можно сказать, палки в колеса вставят и не дают наслаждаться моментом. Как будто чувство вины могут вызывать от того, что вроде бы столько нужно делать, а что я отдыхаю. И вот такие моменты, именно собственные ранее выстроенные гипотезы будущего, как цели, планы, которые сейчас не соответствуют реальности, они дают напряжение. Давайте с этим поработаем. И важно сейчас, чтобы были закрыты глаза, стопы, чтобы были на полу, ровное положение спины. Вы делаете глубокий вдох. Несколько дыханий проведите, почувствуйте тело, как вы себя чувствуете вообще. Ощутите, какой у вас вдох. Как на выдохе вы выводите этот выдох.
Очень важно и вдох делать качественный, и выдох делать качественный. И вдох во всю грудь, да, без того, чтобы как-то специально, но все-таки емко, объемно. И выдох полностью с высвобождением, с выведением вибрации своего голоса. Это очень помогает. Постоянно на это тоже будем делать акцент, что выдох важен и вдох важен. Дыхание важно, да, дыхание — основа жизни. То, как мы дышим, так мы и живем. Как мы проживаем сам процесс дыхания, как эта функция вообще работает, такая и жизнь складывается. И поэтому очень важно в каждом дне уделять время дыхательной практике. То, что мы сейчас с вами делаем, это не дыхательная практика, это просто чуть-чуть подышать, настроиться перед процессом. Дыхательная практика — это, ну, минут 15-20 хотя бы, когда ты садишься и занимаешься процессом, да, тоже я периодически об этом говорю, но сейчас мы сонастраиваемся. Вывели всю отработанную энергию, все, что было вчера, все, что было этой ночью, все, что было до этого момента, через выдох все, что уже отработано, все выводится и спускается в землю. И состояние более легкое после каждого цикла дыхания, более свободное, более расслабленное. И лучше можно себя почувствовать, положить руку на сердце, почувствовать свой ритм, бит, да, как бьется сердце. Вообще улыбнуться, потому что оно есть, оно работает, оно все делает. Ты просто живешь, ты просто дышишь, твое сердце все делает за тебя, оно работает, оно бьется, оно толкает, да, жизнь по телу. И поблагодарить свое сердце тоже важно делать каждый день, почувствовать, настроиться сердцем, поблагодарить, прям проникнуться этим трудом, да, и выразить вообще почтение, выразить благодарность к своему вот этому мотору, признать его, что оно есть, я тебя чувствую, я живу, я дышу, я здесь для тебя, да, то есть с органом соединяться очень важно именно, естественно, с самим сердечным центром, со всей зоной, с дыханием, с легкими, со всей этой областью каждый день идти в сонастройку и чувствовать весь свой сердечный центр. И чувствовать, как оно усиливается, эта энергия усиливается. Жизнь, этот импульс, постоянно дающий жизнь, этот свет изнутри. Ты только туда обращаешь внимание, только туда как бы всматриваешься, и больше энергии становится. И она растет. И растет так сильно, и так светом вокруг все освещает, что уже все исчезает в этом свете. И тело, и этот свет распространяется во все стороны и заполняет все пространство вокруг. И ты находишься внутри своей энергии, внутри этой любви, дышишь, чувствуешь себя в безопасности, в комфорте, в жизни в своей. И это состояние: я живу, я в комфорте, мне хорошо, я есть. И оно растет, это состояние, любовь, принятие всего на все пространство вокруг. Дальше. Вспышка света выходит за пределы Земли, за пределы всех планов бытия. И этот свет соединяется с энергией Абсолюта. Все пронизано этим светом. Все соединяется любовью. Излучает неограниченный потенциал. И ты делаешь вдох и выдох, и чувствуешь, как каждая клеточка твоего тела сияет этим светом. И это ощущение всемогущества, ощущение собственной силы, чувство «я автор своей жизни», «я есть», «я существую», «я живу», «я создаю свою жизнь». Каждым вдохом, каждым выдохом, каждой мыслью, каждым словом, каждым действием. Поток жизни течет через меня. Я жизнь.
И вот если взять за один процесс и исцелить все несоответствия, глубокий вдох, выдох, и просто почувствуйте, что все возможно. И давайте встроим сначала такие знания, понимания, что для меня возможно моментальное исцеление, для меня возможно в моменте все поменять. По-другому начать думать, по-другому начать вибрировать, по-другому вообще начать существовать в соответствии со своей душой, в соответствии с расписанием своей души, без необходимости соответствовать чему-либо, что не я, да, что не моя энергия. И давайте призовем еще к этому процессу всех наших кураторов. Здесь не только мы, здесь ваши цивилизации, ваши кураторы, все святые, все ангелы, архангелы, которые за вами, которые с вами, которые для вас. И пусть в этом процессе они все нам помогают. Мы соединяемся в такой круг. Можно представить, что мы стоим в кругу, круг силы, круг исцеления. И на каждого, почувствуйте, как на вас опускается сверху, пробивает через макушку вниз к вашему сердцу поток любви, силы, света, абсолютной энергии, чистой, безусловной любви. Она сверху в вас проходит, и от вашего сердца идет вперед. И так как мы стоим в кругу, все лучи из нашего сердца соединяются в центре и образуют шар, сферу света, очень мощное поле исцеления. И вы просто дышите и чувствуете, как этот поток беспрерывно, бесконечно идет. Это бесконечный скоростной поток исцеления, любви, который идет от Создателя через вас, в ваше сердце, по вашему телу вся эта энергия везде расходится. И из вашего сердца идет вперед как намерение исцелить, улучшить свою жизнь и жизнь каждого. Сделайте глубокий вдох, выдох и согласитесь с тем, что вы целитель. Целитель для себя, для своей жизни, для своего рода и для всего человечества. Создатель всего сущего, повелеваю сопровождать энергиями чистой безусловной любви весь этот процесс и в той, которая необходима последовательности для нас всех здесь, все, кто будет смотреть в записи, подать все те энергии, все те процессы исцеляющие, которые будут максимально корректно, эффективно для нас всех здесь помогать этой трансформации. И пусть каждый будет способен встроить свою жизнь, осознать, воспринять те изменения, которые последуют после этой сессии. И дай мне более чем необходимо знание, понимание для того, чтобы провести эту трансформацию, этот процесс через легкость, радость, безопасность для нас всех. Это сделано, сделано, сделано. Благодарю, покажи мне. И почувствуйте, вот вы есть, вы тот, кто вы есть, та, кто вы есть в этом моменте, в этом счастье, в этой жизни. И можно представить это как параллельных много слоев этих гипотез. Когда-либо вот базовая эта жизнь, да, это ваше воплощение, когда-либо вы мечтали о чем-то, когда-либо вы хотели чего-то, когда-либо вы ставили себе список там желаний, целей на год, там, на жизнь, и вот это вот все, сколько, ну, за эту жизнь, да, было проделано работы вами, где вы чего-то хотели, чего-то желали, намеревались, делали это, ставили в план, в смысле, да, это в план там, записывали, думали об этом, но потом проходила жизнь, энергии, да, меняются, вы меняетесь. И, например, прошло 5 лет, и вы в другой точке. Вы не там, где вы себе, например, 5 лет назад, думали. Но вы есть, вы счастливы, вы в своей задачности, вы в своей жизни сейчас реализуетесь, но не так, как вы думали, например, 5 лет назад. Или что-то не такое, как вы хотели, к примеру. У каждого свое. И вот эти пустые слои гипотезы будущего, они просто занимают место пространства и не нужны. Да? Давайте мы их все завершим.
очистим каждого здесь от этих гипотез, созданных, рассоздадим их. Это называется рассоздать все гипотезы своего будущего, которые вы когда-либо делали для того, чтобы стать свободнее сейчас. Если на это согласны, просто примите, согласитесь, скажите «да». Создатель всего сущего повелеваю для всех, кто в этом поле, в этом процессе произвести эту трансформацию, рассоздать все гипотезы будущего, выстроенные, все, как я озвучила, через легкость, радость, безопасность, и всю эту энергию, высвободившуюся, все эти свободно плавающие воспоминания, всю эту отработанную, не состоявшуюся, так скажем, да, энергию, высвободить из всего того, чем мы являемся, по всей полной формуле, отправить все создателя, трансформировать чистую безусловную любовь. Это сделано, сделано, сделано. Благодарю, покажи мне. И почувствуйте, увидите или просто знайте, что вся эта история отъехала и растворилась в свете. Сделайте глубокий вдох, выдох. Почувствуйте, я есть, я здесь. Я тот, кто я есть, я та, кто я есть. Почувствуйте, как сейчас все прекрасно, сколько свободы, сколько возможностей. И какое сейчас дыхание? Сделайте вдох. И этим вдохом вы просканируете, считаете вот это все поле, вот это все пространство, которое освободилось, которое вы. Может, что-то придет новое прям сразу, да, на освободившееся место. Может, или какой-то символ увидите, или человека, или событие, или просто энергию, или просто ощутите это поле, эту энергию, этот объем. И подышите, почувствуйте, как вам в своей жизни, в этой свободе. И состояние «я свободен», «я свободна», что вы знаете, что такое свобода поистине Создателя, как это чувствуется, быть свободным, быть свободной в каждой клеточке тела, как это ощущается, быть свободной женщиной, быть свободным мужчиной, быть свободным в своей проявленности. Быть свободной в самовыражении, в проявленности, в проявлении себя, в познании себя, своих энергий. Сделайте глубокий вдох, выдох, ощутите, подышите силой, мощь. Это то, что заходит, да, то, что приходит на это освободившееся поле. Просто дополнительная сила, просто та сила, которую вы себе, так скажем, востребовали, да, освободив место, свято место, говорится, пусто не бывает, и почувствуйте, как на это все освободившееся поле, пространство, просто заходит мощный ресурс. Это вы, это ваша сила, это ваша энергия, это ваши ресурсы. И вы с радостью, вот как с распростертыми объятиями, это все вбираете, берете, обнимаете. Вдох, выдох. Почувствуйте силу этих объятий. И почувствуйте свое спокойствие, уверенное состояние уверенности в себе. И какой бы там супер объем бы и вот эта мощь бы не пришла, вам нормально, комфортно, вы как бы выдерживаете это, да, это ваша сила, это ваш объем. Вы уверенно стоите на ногах, ноги сильные, земля держит, все хорошо. Вдох, выдох. Как бы взяли свое. И еще знания идут. Я знаю, как взять от жизни все. Я знаю, как это чувствуется, когда я беру от жизни все. Как я соединяюсь, да, я чувствую, я знаю, как это чувствуется, соединение с собой, вот соединение со своей силой, соединение со всеми своими ресурсами, талантами, дарами. Я в полном соединении, да, в полном соответствии, то есть энергия, которая есть сейчас, состояние есть, которое сейчас, оно в полном соответствии с той энергией, которая к вам пришла, это вы. И почувствуйте снова вот это состояние. Это я. Я это все. Это все, это любовь.
и любовь — это я. И зациклите вот это, начните играть с этими словами. Любовь, все и я. Я — это любовь. Все — это любовь. Я — это все. Синтера, сан, я буду делать в следующей неделе живое мероприятие, вот все-таки. Ну, в общем, я не забуду уже об этом, уже несколько раз проходила. Если вы в Алмате 18 числа, скоро соберу, да, то есть сейчас показали, что нужно будет провести с вибрацией звука тоже поработать, позвучать. А сейчас, ощущая себя, вот это всецелое теперь свое состояние, все свое поле, вернитесь к тому, что мы в кругу, мы в соединении, много людей, кто сейчас онлайн, 9 человек, да, тоже хорошо, что прям полная программа. В записи будут смотреть Арина, Центр, Лента, Сенте. Почувствуйте, что каждый на своем месте, вот вы на своем месте в своей жизни, вы в своей силе, в полной силе и мощи. И так и каждый здесь, чистые, сильные проводники энергии света, которые через вас проходят, из сердца вашего выходит вперед. И почувствуйте, как усилилась это поле исцеления, сфера, сила, вот это исцеление, такая мощная стала. Этот шар, который впереди нас всех, между нами всеми. И полюбите сам этот процесс, прям почувствуйте, как это классно, как это просто исцелять, проводить энергию. Быть чистым проводником, быть сильным проводником, быть при этом расслабленным, расслабленной, получать удовольствие от этого процесса. И в этом шаре сейчас начните видеть то, что хотите. У каждого это свое, вот это свое намерение, с которым вы вначале, да, соединились. Увидите, как упорядочивается энергия в этом событии, как исцеляется, там, исцеляются эти люди, или вы исцеляетесь, да? Увидите связи, взаимосвязи, все пути, все, что там есть, и как все, как бы, приходит к своему эталонному, идеальному состоянию, как все кураторы, все цивилизации, учительская система, все, кто имеет вообще возможность поучаствовать в этом исцелении, сделать его еще более емким, сильным, скоростным, мощным, все подключены в это, и вы видите свое намерение, вы видите эту трансформацию, как она происходит. И это очень мощно усилено еще тем, что каждый направляет свою энергию через себя, энергию Создателя через себя в это поле. И некоторое время дышите и видите это преобразование. Дышите. Видите, как все сияет, освещается, наполняется, трансформируется. Как вы хотите, чтобы произошло, чтобы происходило, какие результаты, какие процессы. Все это видите, как кино в этом шаре. Или как чувство, которое вы чувствуете. Сделайте глубокий вдох, выдох. И увидите, что
все человечество, вся Земля, все живые существа, природа в этом шаре. Можно увидеть Землю полностью и все ее население. И тоже увидите, что на Земле происходят тоже вот эти все исцеляющие, исцеленные процессы преобразования, очищения, трансформации со всеми и с коллективным полем, и с каждым в частности, и со всем коллективом. Сделайте глубокий вдох, выдох. Почувствуйте еще раз свое тело, расслаблено, как оно, как дышит. И вспышкой белого света все как бы стерлось, но именно впиталось, да, в свет, вся энергия, все, что вы увидели, все в белый свет превратилось, преобразовалось в свет. И шар, и все мы в кругу стоящие, все растворилось в белом свете. Все, что есть, это белый свет. Куда ни посмотри, впереди, сзади, снизу, сверху, везде, со всех сторон. И есть только чувство признания, признательности, благодарности. Почувствуйте внутри себя благодарность, выработайте эту благодарность за то, что вы здесь, за то, что вы это делаете. За все, что хотите, поблагодарите Создателя, поблагодарите Творца, поблагодарите своих всех кураторов, друг друга. Поблагодарите свое тело. Все, кто, что вы есть. И почувствуйте, как этот поток сверху снова сформированный проходит через вас, определенной такой силой, волной, потоком сверху вниз, через все тело идет, через макушку проходит в тело и большой, сильной, мощной световой волной такой выходит из стоп, идет в землю, идет в центр земли. В центре Земли преобразуется в трансформационном огне, обновляется эта энергия и поднимается вверх. Новое, свежее, значительное заходит в ваши стопы, поднимается по ногам, наполняет, усиливает вас, поднимается вверх через таз, через все энергоцентры по чакральному столбу, гармонизируя, балансируя, активизируя все ваши энергоцентры. Эта энергия поднимается вверх, в голову и остается в голове. И вы открываете глаза. Открываете выше горизонта. Смотрите выше, наверх. Благодарю вас за эту красоту, за это соединение. Давайте по традиции просто заключительный такой вдох-выдох и расходимся. Идите делать то, что вам сейчас хочется, написать кому-то, сделать что-то, произвести, лечь поспать. У каждого свое. Лечь отдохнуть, если есть возможность сейчас, просто на несколько минут. Это будет правильное решение. Вот. И потом с новыми силами дальше. Всем прекрасного дня и до следующей пятницы.